я врезался в машину. В этой машине девушка 19-летняя погибла, получается. Смерть человека – это очень страшная штука. Дмитрий говорит, что хотел проехать лишь 500 метров до дома. Теперь называет себя бесплатным дворником. Лишен прав на 3 года за езду в нетрезвом виде. Статья 264.1 применяется за повторную езду в нетрезвом виде. За 4 месяца действия статьи наказание в виде исправительных работ вынесено более чем 90 оренбуржцам. В общей сложности это 400 часов. Указанные цифры свидетельствуют о недооценке населения и изменении законодательства, а также необходимости существенного изменения личного отношения к обеспечению безопасности дорожного движения. По мнению представителей прокуратуры, наказание до принятия статьи было недостаточным. Автомобили не изымались, и водители снова садились за руль в нетрезвом виде. При этих условиях очевидно, что предназначение крупных штрафов, во-первых, это удержит многих от повторного совершение правонарушения, но, с другой стороны, это позволяет легко обеспечить взыскание штрафов за счет реализации вот этих самых транспортных средств. Реальное лишение свободы от 6 до 8 месяцев получили 3 рецидивистов.